В Дворце культуры угольщиков городского округа Кумертау состоялся 4-й епархиальный фестиваль «Многое лето русской земле». Был представлен отчетный творческий концерт по итогам учебного года, в котором приняли участие коллективы воскресных школ Словацкой епархии. Этот фестиваль – уникальный праздник последнего звонка для воспитанников приходских школ. В рамках торжества прошло награждение отличившихся учеников и педагогов, а выпускникам епископ Салаватский Кумертауский Николай вручил свидетельство об окончании воскресной школы. И хотел бы всех вас поблагодарить, преподавателей, директоров, и пожелать вам терпения в деле преподавания наук, предметов нашим детям. А детям хотел бы в преддверии начинающихся летних каникул пожелать, чтобы вы, используя для себя, провели время. С Богом! Этот фестиваль – уникальный праздник последнего звонка для воспитанников приходских школ. В рамках торжества прошло награждение отличившихся учеников и педагогов, а выпускникам епископ Салаватский Кумертауский Николай вручил свидетельство об окончании воскресной школы.